Привет, друг. Хочу тебя порекомендовать наш Дискорд-сервер. На нем ты сможешь засесть с кем-то роль, поучаствовать в наших роликах и найти новых друзей. Ну и также поиграть с кем-нибудь. Также тут есть казино. Это такая мини-игра. И роллплей. Это тоже такая игра. Пока что их только две, но они очень интересные и захватывающие. Они по ней активны на нашем сервере. Поэтому, если ты заинтересован, то заходи на наш Дискорд-сервер и играй. Всем привет, друзья, с вами Тамтуся, и сегодня я буду делать обзор на CSGO на Android, на, быть точнее, CS1.6 модом на CSGO. Это реально CSGO, вот можете видеть, вот, написано CSGO. Ну, это такое себе доказательство, но... Итак, что же тут есть все-таки CSGO-шного, если это CSGO-сборка? Тут, естественно, должно быть что-то CSGO-шное. Вот, Glock тоже CSGO-шный, наш тоже CSGO-шный, Катушка тоже CSGO-шный, и если я сменять буду команду, то тоже CSGO-шный. И карта CSGO-шная, Нюк, здрасте. Также небольшое уточнение для людей, которые шарят, что такое CS1.6. Ну, вообще шарят за CS1.6. Смотрите, тут я сделал, ну, оставил карты только те, которые CSGO-шные, и из обычной CS1.6. Я поудалял все карты, которые тут у меня были на этой сборке. Но это, если что, то я на этой сборке просто изменил некоторые модельки и немного закупку изменил. И да, тут есть очень красивые перчатки. Мне они вообще нравятся. И все под стиль такой красный. Все вообще четко, классно. Мощно, молодежно. Итак, вот уже новый раунд, и я могу закупить все что угодно. Например, Авапу. Авапу у нас вообще супер четкая. Также я могу закупить, например, Дигл. Дигл, я насколько помню, да, вот он такой. Тоже красный, тут все красное. Также есть еще очень красивый такой скин. Так, очень красивый. Мне реально нравится. Магнит вообще четкая штука. Что еще есть? Ну, тут, конечно же, моделька будет вот такая. Вот, конечно. Это очевидно. В принципе, что еще могу показать? Могу. Красивая штука. Еще есть там штука с прицелом. Вообще четкая. Да. Бывает. Что еще могу купить? Могу купить дробаши. Тут все под красный цвет, как я и говорил, сделано. Так, например, вот. Все. Я ничего не могу купить. Ну, всем удачи, пока. С вами был Том, то есть я. Подписывайтесь, ставьте лайки и перейдите в комментарии, что вы хотели видеть на моем канале. Все, всем пока.